Производство TVE. Группа EDB. Тибурон де анимасьон. Эдебиты. Антарктика на скалах. Нил, передай мне ключ. Мама, познакомься, это Ком. Смотрите. А? Я выиграла! Нет, я был первым. Первым после меня. Готова поспорить на оперативную память, что я добралась до выхода раньше тебя. Ты готова с ней попрощаться? А ты готов? Какая скукотень, так целый день. Большое спасибо, дамы и господа. Меня зовут Джек. Рад быть здесь. Прекрасный день, не правда ли? Такой день просто бесценен, не так ли? Пожалуйста, приходите. Нам есть о чем поговорить. Поговорим о многом. Начнем. Я хочу, чтобы вы посмотрели этот фильм. Вы будете поражены. Прости, Джек, но, по правде говоря, мы ничего не хотим покупать. Нет, Джулия, дорогая, ничего покупать не нужно. Я хочу, чтобы вы посмотрели фильм, а потом мы поговорим. Людям ведь нравится наблюдать за природой, не так ли? В наших хранилищах сока мы упустили одно сокровище — Антарктику. Поэтому мы решили соединить самые свежие тропические соки со льдом, которому тысячи и тысячи лет. Это успех. Я уже сейчас вижу девиз «Антарктика на скалах». Лед? Я знаю, что вы собираетесь сказать. Антарктика не пострадает от повреждений. У меня есть научные исследования, чтобы доказать это. И еще я лично нанял двух экспертов для работы. Двух экспертов? Это нечестно. Ты жульничала. Жульничала? Не нравится проигрывать? Эдебита, мне нужна ваша помощь. Найдите информацию о месте под названием «Антарктика на скалах». Конечно, Бет, нет проблем. Легко. Хочешь реваншигов? Давай посмотрим, кто первым найдет информацию. Ты в игре? Да. Они как дети. Мистер Джек, все под контролем, все окей. Лед должен быть идеальным. Мы не должны ничего испортить. Конечно, не пророним и капли нефти здесь. Хорошо, все уже почти готово. Если чего-то не будет хватать, я привезу. Думаю, нам больше ничего не нужно. Идеально. На завтра мне нужно два полных контейнера со льдом. Хорошо? Окей. Хорошо. Бет, я нашел то, что ты хотела. Но у меня картинки получше. Хорошо, давай посмотрим сначала, что у тебя. Похоже, этому Джеку можно доверять. Он сотрудничает с людьми по всему миру. А его бары для соков очень популярны. Кажется, все в порядке. А с теми двумя экспертами, которых он нанял, с ними все в порядке? Бет, ведь правда. Я был более полезен, правда? Надоело ваше соперничество. Почему бы не проверить, кто из вас лучше, поиграв в видеоигры? Или что-то такое? Да! Так. Значит, любите поиграть. Ты уже история. Я все и так знаю. Я более способный. Да, еще более медлительный и противный.
Теперь твой шанс, Бак. Бак! Что бы это ни было, я этого не делал. Те твои дебиты слишком заняты своим соперничеством. Могут забыть, что такое хорошее спортивное мастерство. Тебе нужно только немного подождать. И тогда... И схватить их! Помогите мне с этим динамитом. Босс, Джеку не понравится такой метод. Время летит, а у нас только 30 тысяч килограммов льда. Цель оправдывает средства. Слышал такое? Не знаю, что мы можем сделать. Они не наносят вред окружающей среде. Отбивать лед от дрейфующего айсберга вполне законно. Нил, твой суп остывает. Что это было? Морган и Лу. Чем мы это заслужили? В чем дело? Это была ракета? Мистер Джек, мы... Это те эксперты, которых вы наняли? Из какой тюрьмы вам прислали их резюме? Миссис Джулия, немного уважения. Это всего лишь небольшая неприятность. Вы, ребята, и есть неприятность для Антарктики. Успокойтесь, пожалуйста. Я знаю, о чем вы думаете, но не беспокойтесь. Я все исправлю. Мы за вами проследим. Обещаю, вы даже не заметите, что мы были здесь. Джек держит слово. Эти проклятые ученые страшно придирчивы. Чем вы вообще думали? Повторяю, мне нужен лед для открытия бара «Антарктика на скалах». Если вы снова все испортите, я вам не заплачу. Понятно? Точно? Давай быстрее, поторопись. Я стараюсь, босс. Так, 1000 очков, я лучшая. 1000 очков? А так? Что теперь происходит? Кто-то хочет поиграть. Только проиграл и снова хочешь. Морган, это не может быть совпадение. Давай проверим. Заходите, Айрон Бетти. На этот раз они не спрячутся. Что вы теперь будете делать? Yep, это точно Морган. Что он тут делает? Босс, получается. С таким успехом мы заполним все контейнеры очень быстро. Джек будет нами гордиться. Этому льду тысячи и тысячи лет. Тихо, я пытаюсь сконцентрироваться. Бет, проверь компьютер Моргана. Что-то странное. Они замораживают воду. 3000. Замораживают? И они сказали, что у них уже есть контейнеры со льдом. Они обманывают Джека. Но он мне не поверит, если у меня не будет доказательств. Не переживай, я достану доказательства. Я сделаю снимки. Нет, мы должны узнать, куда ведет шланг. Я останусь здесь, а ты делай все, что хочешь. Так. Два цветных бита ссорятся. Это что-то новенькое. Направо. Нет, налево, так быстрее. Перестаньте ссориться и вернитесь на базу. Вместе. Получил? Осторожнее, Нет! Гав, я не могу освободиться! Попался! Сюда, ребята! Беги, Нет! Нет! Yeah.
меня есть доказательства. А здесь мы все проанализировали. У нас хорошее оборудование. Я все понял. Очень интересно. Я сделала напитки для наших гостей. Очень мило, Бет. Это что такое? Морская вода? Почти. Это кубики льда, которые сделали Морган и Лу. Что? Это мой лед? Этого не может быть. Морган и Лу никогда не подводят. Они работают. Что это значит? Где мой лед? Мои инструменты. Ах, вы самозванцы, убирайтесь. Чтобы глаза мои вас не видели, никто не смеет обманывать Джека Николса. Босс, не говорите ничего. Я и так знаю, что вы скажете. Я все знаю. Я ваш должник. Без вашей помощи я так бы и не узнал, что те двое хотели обобрать меня до нитки. Эда и Бит, вы снова стали нашими героями. Спасибо, Гав, ты спас меня. Нет, это тебе спасибо, Нет. Нет, тебе. Нет, тебе. Тихо. Мэнди приготовил сюрприз для Джека. Это мое изобретение. Стаканы изо льда. Их оригинальный дизайн сохраняет напитки холодными. И совсем не нужно ехать в Антарктику. И вы можете сделать их в любой форме, как хотите. Замечательная идея. Удивительно, мистер Мэнди. Вы должны стать моим партнером. Обязательно. Ha 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 ha